Нефтяные марки WTI и Brent за прошлую сессию прибавили по $1.5, а сейчас после йеменских событий тяжелеют еще на 2,5. WTI торгуется в районе $51.5 за баррель, Brent присматривается к рубежу $59. Почему игроков на рынке нефти, собственно, так беспокоит обстановка в Йемене? Дело в том, что большинство танкеров из нефтедобывающих стран, таких как Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, проходят недалеко от побережья Йемена. Через узкий Аденский залив, потом через Красное море и Суэцкий канал они попадают в Европу. Если ситуация в этом регионе станет хуже, все это грозит перебоями поставок нефти, и риск игроки уже сейчас закладывают в цены. Растущая нефть тащит за собой и российскую валюту. Доллар сейчас на межбанке дешевеет почти на рубль, курс 56-55. Евро опустился до отметки 62-41.